И хочу приготовить вам один из моих любимых сиропов. Это сироп корицы с перцем чили. Вы знаете, чем отличается настоящая корица от китайской корицы, которую у нас называют кассия? Вот это настоящая корица, вот это кассия. Ну, во-первых, китайская корица, она выглядит как огромная толстая труба. А настоящая корица, она выглядит как папирус, которая свернута. По вкусу, цвету есть различия. Настоящая корица, она более ароматная и сладкая. У кассии такой более ядреный, если так можно сказать, вкус. Понадобится вот такая плитка, любая, сотейничек. 250 мл воды выливаем. Бульк. И ровно в два раза больше мы добавляем сахара. Здесь 0,5 килограмма сахара. Сахар можно взять белый, хотите возьмите коричневый, тростниковый, но в принципе супер огромной разницы в этом нет. Высыпаем сахарок, включаем нашу плиточку на самый маленький температурный режим, устанавливаем. Постоянно помешивая, ждем, пока наш сахарный сироп закипит. Вот, постоянно помешивая, прошло буквально минут 10, наш сахарный сироп, смотрите, закипел, мы выключаем. Пока он не остыл, мы добавляем 3 палочки корицы. И вот это острый чили перец. Визуально просто вот этот кусочек я делю на 3 части и 1/3 добавляю сюда. Накрываем крышечкой. И вот в таком положении даем сутки настаиваться. Ну, у вас прилетит секунда, а я вам покажу, что у меня получилось. Пу! Ну вот, на следующий день. Вот наш сироп корицы с чили перцем. Куда его можно добавлять? В чай, в кофе, в блинчики, оладу. Я еще люблю вот так. Это кислое зеленое яблоко. Я беру свой корично-чилийский такой сироп, чуть-чуть поливаю вот так. Да, да, ребяшки, это бомба.